Мародеры во время погромов устроили поздний ужин в одной из пиццерий Шымкента. Их мародерство и трапеза попали на камеры видеонаблюдения. Ущерб заведению оценили в 2,5 миллиона тенге. Около 2 часов ночи порядка 50 бандитов силой выломали дверь, проникли в заведение, устроили настоящий погром. Мародеры ограбили кассу, в которой было около 200 тысяч тенге, украли планшеты, ноутбук, сломали кассовый аппарат, а потом организовали чаепитие. Охраны в закусочной не было, это и к лучшему, говорит глава франшизы. Бандиты вряд ли бы пожалели людей. Они очень не спешили, то есть чувствовали себя вольготно, сидели в пиццерии, кушали все, что у нас там забрали, напитки пили, отдыхали там, вот, кушали ингредиенты, там, десерты запивали, чай пили, может быть. Вот, мы нашли потом все это, что их вот остатки пиршества там